Привет всем! И сегодня мы будем с вами делать, я буду делать яблочный пирог в мультиварке. И для этого нам понадобится бумага. Я буду делать на бумаге. Мы сворачиваем ее как снежинку, мы вырезаем. И да, вырезаем полукруг, чтобы эта бумага была круглая, но не так коротко обрезаем. Мне понадобится яблоко, и я взяла персик один. Так как я готовлю первый раз в мультиварке, конечно же, я побоялась много яблок внутрь сделать. Я порезала яблоки и персик вот такими вот кубиками. В принципе, я думаю, достаточно одного яблока для первого раза. Посмотрим. Нам понадобится 3 яйца и стакан сахара. Я взяла средний стакан сахара и хорошо все взбиваем. А также добавляем пол стакана подсолнечного масла и аккуратно все перемешиваем. И добавляем 1 стакан сметаны и тоже аккуратненько все перемешиваем. Добавляем муку 2 стакана и разрыхлитель добавляем прямо в муку. Яблоки смешиваем с этой массой и, конечно же, потом выкладываем их в кастрюлю мультиварки. Я делаю впервые, и мне очень самой интересно посмотреть, что даже получится в этой кастрюле мультиварки, и вообще никогда не перемешивала яблоки именно с этим тестом. Ну а теперь выкладываем все в кастрюлю, и эти края нам понадобятся для того, чтобы нам было легче вытащить наш пирог или торт, как бы вы его ни назвали, с мультиварки, чтобы мы не корябали кастрюлю, чтобы мы не мучились как-то и не резали в кастрюле, но чтобы мы полегче вытащили. То есть я так подумала и решила так сделать, хотя не знаю, правильно это или нет. Прижимаем наши края к мультиварке и ставим все в кастрюлю. И, конечно же, мы ставим на выпечку. У меня выпечка длится 50 минут. Готово. Ну а теперь мы дадим нашему пирогу немного остыть, а потом мы его будем вытаскивать. Всем приятного аппетита!